А перед началом ролика хочу поставить вам очень классную группу Strap & Design. Здесь вы можете заказать дизайн своей группы ВКонтакте, либо в Ютубе. Группа очень классная, сам подписан, поэтому и вам советую. Ссылочка на эту группу будет в описании. Также здесь проходит конкурс на очень хорошие даже призы. Поэтому участвуйте, повторюсь, ссылочка на группу в описании. Подписывайтесь, заказывайте, участвуйте в конкурсе. Всем советую. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Admiral Play, 4-й сервер. Мы здесь легенда Футбуль. Не забывайте вводить маник по регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН. Потом убирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой вот промокод КГЕЙМ. Как только вы отыграете 7 часов, получите 50 тысяч, поэтому вот это вводите мой промокод. Ну что ж, я вас поздравляю официально с 2019 годом, пацаны. Наконец-то наступил 2019, и сегодня у нас первая серия в этом году. Итак, я хочу съездить на мотоцикле на горку, где находится Санта-Клаус там и вся эта тусовка. Я хотел взять Раптор, но Раптора не было. Были Мерседесы и БМВ. Я решил взять, короче, мотоцикл, да, блять, вообще логично, просто капец. Так, пацаны, давайте едем на гору. Квесты я не буду проходить, я уже на них забил болт, поэтому все, пацаны, квесты нет. Спасибо, но не хочется. Поэтому сейчас поедем. Там вроде бы как добавили новые маски. И я хочу их посмотреть. Ну и заодно провести некий эксперимент. Поэтому, пацаны, с вас на лайки. И не забывайте подписываться на канал. Я просто, пацаны, победитель по жизни, понимаете? Ехал себе спокойно, никого не трогал. Подскочил на кочке и улетел в воду на мотоцикле. Просто, пацаны, замечательно. Только я так мог сделать. Просто великолепно прям. Ну что ж, вот я взял другой транспорт, почему-то моей Дугати не было, поэтому пришлось брать Мерседес. Ладно, давайте заедем на эту гору, я хочу добраться до именно той деревни, где елка стоит там и так далее. Ну, короче, поняли, поэтому, короче, выезжаем вот сюда, потом дальше мы выезжаем. Ага, красавчик просто. Блять, если я сейчас перевернусь, это будет фиаско просто. Нет, не перевернулся, слава богу. Итак, давайте попробуем с другой стороны объехать. Я вам напоминаю, что запрещено ездить по полям, но все, пацаны, я делаю ради контента. Вы так не делаете, вы просто смотрите. Но так делать не нужно вообще. Просто я хочу заехать, а если заезжать со стороны въезда, то машину почему-то, типа, ну, нельзя на ней проезжать там и так далее. Поэтому я решил по-хитрому сейчас взять и объехать. Но, скорее всего, я не смогу сюда выехать. Или смогу, не знаю. Посмотрим, короче. Так, здесь даже тоже какая-то тачка стоит. Да, пацан пытался, походу, тоже заехать сюда, но у него ничего не получилось. Ага, понятно, короче, где эта зона. Меня сразу же выкинуло из машины какого-то хрена. Так, это, значит, как-то надо бежать, либо еще что-то делать. Потому что, видите, я вот только до сюда доезжаю, и у меня система сама выкидывает из машины. Окей, сейчас будем что-то думать. Блин, ну просто смотри, какой большой радиус этой херни, что я даже... А, во. Нет, нихера, даже здесь достает. Понимаете, какой большой радиус этой системы, которая не дает мне доехать до туда. Аж, блядь, сюда, понимаете, просто достает. Видите, здесь тоже высаживает. Вон чувак, смотрите, едет, сейчас его выкинет, смотрите просто. Я же говорил, пацаны. Да уж. Все-таки я не смог обмануть эту систему дебильную. Ну ладно. Не, ну может она не дебильная система, но я думал, что у меня хотя бы получится что-то. Так, это уже интересно. По этой стороне можно ехать, типа, да? Именно по низу можно ехать. Поверху не дает. По низу можно ехать. Интересное кино. Интересное. Ладно. Ладно. Сейчас доедем по буринку как-то. Так, это у нас здесь есть тоже эта хрень, да? Или нет? Здесь есть даже, пацаны, канатка, чтобы понимали. Я даже об этом, блядь, не знал. Короче, мне пришлось бросить свою машину, поэтому я решил спуститься и посмотреть маски. Точнее, поднялся и спущусь сейчас на сноуборде, мы посмотрим новые маски. Также я зарегистрировался на гонке на снегоходах, но не знаю, получится из этого что-то или нет. Ебать, я просто красиво приземлился. Так, я хочу масочку. Так, выбрать аксессуар. Маска, маска, маска. Что там за маска, я вообще даже не вижу. Можно как-то повернуться, либо еще что-то сделать. Так, ладно, давайте, как ее удалить, я забыл. Вот, я думаю, так вот будет заебись, да, типа медведь. Сука, блядь, что за пиздец. Не, только я мог так сделать, конечно. Короче, я добежал до машины, в итоге мне написала, что, к сожалению, вы не можете попасть на мероприятие, нет свободных мест. Хотя я практически сразу прописал команду. Ну ладно, в принципе, это не важно. Поехали дальше, попробуем что-то сделать с этой машиной. Блин, я реально хотел с горы просто скинуть, и все. Почему мне нельзя это сделать, я вот не понимаю. И берем просто разгон. Только в какую сторону, я, честно говоря, не знаю. Блин, как-то хочется и попасть. Ладно, будет что будет, в принципе. А будет, походу, полная пизда. Так, я еще на льду еду. Надо быстрее доехать, чтобы на... Опа. Есть, я выехал, пацаны. Отличненько. Так, есть попытка номер два. Так, надо ремень пристегнуть, потому что сейчас я, походу, сдох.
Короче, просто берем разгон, я думаю, и летим в лед. Пизда просто. Да, я так и думал. Потому что, ну, никак не прилететь. Я на самом деле думал, что реально просто возможно взять так и перелететь. Но, походу, нет, пацаны. Кстати, пишите в комментариях, что бы хотели, чтобы я поснимал. Потому что, ну, у меня есть идеи, но они довольно-таки специфические. Они в основном касаются каких-то экспериментов, либо еще чего-то. Поэтому обязательно пишите свои идеи в комментариях. Я обязательно их прочитаю. Если мне что-то понравится, я сниму об этом видео. Все, всем спасибо за просмотр. Заходите играть вместе со мной на Радмир 4 сер, IP, группа, модпак, там, мой ник, мой промокод есть в описании. Всем пока-пока.